Здравствуйте, ребята. Я вышел видео снять. И дождик опять пошел. Это уже который раз сегодня дождь у нас идет. Вчера жара такая была. Больше 40 градусов жара была. Вот, а сегодня, сейчас смотрел, 19 градусов. Вот. И дождик идет, иногда прикрывается. Вот. Не успел я убрать. Чернушку не успел убрать, и горох не успел убрать. Зато дождик поливает капусту, он поливает. И помидорчики, и огурчики, может, на огурцах меньше тли будет, обобьет. Ну, вчера виноград пообрезали, листья, ветки лишние, чтобы грозди наливались. Ветер, с утра такой был сильный ветер у нас, что мне пришлось бегать распорки под персики ставить. Вот, под яблони, конечно, я не поставлю, под маленькую вот поставил здесь распорочку. Вот она. Под сливу не успел. О, ветка обломалась большая сейчас вот. Дождь идет, я побыстренько вам пробегусь, покажу. Вот она, видите, ветка обломалась. Ну, думаю, там кора осталась еще. Не завянет мне кушать. А яблоко вон сколько валяется, видите, у нас. О, надо собирать их, потому что будут гнить. Надо что-то сейчас собирать будем, да. Может, помоем, порежем, да. На вареничко чуть-чуть наберем. Не успел закончить это видео. Карта памяти заполнена. И выключился фотоаппарат мой. Вот. Ну, оно, в принципе, то заканчивается уже. Видео мое. Вот здесь вот хочу показать тоже, что я успел поставить подпорки под персик. Ну, вот они. Видите, дождь моросит. Вот они. Я здесь. Веточки тоненькие. Вот, а такой сильный ветер был сегодня. Я бегал бегом, персики, под персики поставил, ну, а слива, конечно, с коня обижается. Ну, ветку обрезал потом. Так что, такое беглое видео, потому что моросит дождик. Благодарю всех за внимание. До свидания.